В третьем выпуске я сказал сам проекте Angel of God, альбоме «Кремаз души». Причем, ну, много чего интересного, я скажу. Вот, так что, смотри выпуск сейчас. Увидишь, как я записываю кассету, диск с диска. Теплится твой колшиной серии Metal TV, посвященный моему проекту Angel of God, 1990-2000 год включительно, RIP, вот, посвященный альбому «Кремация души» 93-го года, вот. Вдохновлялся созданием этого альбома, слушая «Атеист» 89-й, 91-93 года и Pestilence 88-89-91, да, вот. А и 93-й еще сфера альбом вообще на меня так повлиял, блин, что я свой ганил такой альбомчик и смог его записать опять-таки в 99-м году только, потому что качество записи офигенное. В начале 90-х у меня была самодельная электрогитара, блин, примочка самодельная, и такие звуки я извлекать не мог никак. И драм-машины у меня не было тогда. Вот. Но это все действительно 93-го года. И все это записано у меня было вот в таком. То есть я записывал все вот так, а потом уже вот так уже. Писал нотную, так сказать, табулатуру, так сказать, своими руками придумал по струнам. Ну, там уже там скорости выставлял под метроном. Там метроном раньше я записывал на болванке, у меня раньше метроном был, да. Сейчас доставать неохота, что у тебя лежит. Вот. Так что вдохновлялся я этими командами и смог записать только в 99-м году, как и большинство своих остальных альбомов. 99-й, 2000-й и пошло-поехало. Потому что компьютер у меня появился только в 2006 году, вот. Когда я в МКСе работал, да, мне его собрали. Кстати, вот болваночка. Вот болванка с матрицей. Тут два альбома. Angel of God, кремация души, и другой проект God's Angel, Silence. Вот. Вот.
Кстати, один альбом я подарил Юре Язычнику, как Incest. Вот этот, тот, что God's Angel Silence. Вот. Ну, я тогда как бы Incest, потом все-таки перенял в God's Angel, потому что это больше подходит. Silence, да, этот альбом депрессив, doom metal, да, такой. Это я помню, слушал группу Winter, вот. Funeral Doom Death. Кстати, здесь у меня диск один, да. Классная команда, блин. Офигенная, вот. Так вот, этот альбом я писал с помощью гитары Ибанес Сергея Юрия Бабкина, да. Вот это мастер харьковский офигенный. И с помощью Тоскама Poeta 007 и примочек Zoom 505 плюс Metal Zone, да, вот. Я их совмещал, и вот получились такие офигенные эффекты, да. Вокал, то есть, тоже примачивал через Zoom 505, а потом сводил на маяк, сводил с Тоскама на маяк. У меня было два или три маяка. Двухкассетный был какой-то маяк, потом был, точнее, до него был маяк однокассетный, такой классный, серебристый, я уже не помню. Короче, я их попродавал нафиг, ну, в общем, попродавал, да. Сейчас у меня из кассетников только вот, пишу диски с диска на кассету, вот такая штука. И вот такая штука тоже вот тут. С кассеты на кассеты можно писать, и с диска на кассету, и с радио на кассету. И тут, кстати, тоже можно с радио на кассету писать, да. Вот. Так что, ну, сейчас я на компьютере пишу, понятное дело. Ну, именно создаю музыку там через SoundForge, там, короче, через комбики, микрофоны, все, блин. Ну, и все такое. И т.д. и т.п. уже более профессионально, понятное дело, сейчас век технологий. Вот, обложку эту делала мне Юля. Картинка взята с какой-то там фрески. Вот, а, кстати, да, сейчас. Это вот тоже взято откуда-то. Это самое... Тоже типа ангел, демон, типа пришел за бабулей. Вот, да. А этот чувак мне рисовал на заказ, помню. Виталий, не помню. Помню, Виталий его звали, художник. И вот еще. Это уже в допечатке 2020 года, только так. А раньше было только все кассеты проданы, поэтому мне ничего не осталось с тех времен 99 года. Там было вот такое вот. А тут белое было, и тут было написано от руки копия, номер такая-то. Вот. Ну как дисгармония предыдущая. Ты смотрел ролик. Вот так вот. На эти кассеты я даю нам, потому что Луиксы. Ну, постепенно копии вставлять буду под там. Можно до 20 лети. Вот. Если я. Так, ну, Луикс, но Луикс я тут. На улице вот у меня тренд. Ой, вот это свой инсерт даю спад. Вот вытал и свой. Я сейчас радикал бат хигез метал. Сам бивает дай. А это вот вывел бат вот дай. Я снизу тоже на паста пить. Тенджер угад пить из гармонии. Долсену сильная 70 дай у нас. Потому что нестабильно во всем ситуации. В стране. В денег. И вот, вот драка во всем мире, а как людей не стамы. Вот, а выставляют кассеты, атагенент, вот все, брю на пальцы, попить, это вот, под эгоизм, вот, колдун, мои все кассеты, 50 гривен, вайты, вот, диджет, 40, все, вот, диск, плитки, вот, железатор, гривен, пессимист, вот, зажжал, дримтиар, эти, может, да, ист, вот, инжер, в галку, кстати, весь писем, кому надо, вот, на пальцы, отнены, вот, от гривен, оп, вот, тонки гривен, тон, кетку, кстати, рок-н-ху, 200 вал энком, ну, 350 гривен продаю. Вот, крайне. Ойл, то, что я продаю, кстати. Заходите, вот, пайте. И в налог.
Так, покуп медаля. Тут тоже тут. Вот, кстати, так, ну, дистрибьюция Медина, 5 дисков, оркестр Динозенос по 50, он без коробка, вот, Д3, турист, вот, Гривен Хоп, вот, 200 гривен, Брокен Хоп, 200 гривен, дисгармония, Гривен Оркестра, 100 гривен, вот, Тегри Вальд, Нико, гривен, это получается, Хио гривен, Нико Анг, 100 гривен, Энсент, 100, 230, Сапака, гривен, вот, ну, все, ну, все, вот, все, так, ну, вот, вот, ссылочка на этот альбом Кремаш, Кремашин оф Соул, на альбом Минис Рекордс, вот, на дискоксист выставил Кунон. Тут цена 8 баксов, да. Ну, тут дешевле, конечно. А вот кассета выставлена за 6 евриков. Вот, на Депрессив Иллюжен Рекордс, вот, кстати, да. На, кстати, вот мой плейлист, на посвященный этому проекту на моем канале. Вот тут дискография, вот так как оно и есть в натуре. В натуре, так сказать. Вот, следующий альбом, так что ладно. Кстати, вот, вступаю в группу Angel of God. Вот я написал пост недавно. 21 хвилину назад, да. Опубликовал, вот, могу прочитать. Салют, Metalhead, сегодня 16 августа, я размещу ролик, посвященный альбому «Кремасы души», сварганил его в далеком 93-м году, вдохновлялся тремя альбомами «Атеист» и четырьмя «Pestilence». Этот альбом я продавал самостоятельно до 99-го года. В 99-м году его продавали на лотках и в киосках фирмы «Sitch Records». Вот, вот это вот, вот «Sitch Records», вот. Вот кассеты с альбомами группы вы можете приобрести в точках продажи Sitch Records. Angel of God выражает благодарность Sitch Records за информационную поддержку. Вот Max Records, это вот логотип Angel of God. Вот новая харьковская студийная группа Angel of God, играющая в стиле Brutal Industrial, Black Death и так далее. То есть, потому что у меня каждый альбом по-разному вдохнял в разных стилях. Вот. Самым ходовым альбомом был «1001 смерть», да, весь тираж был распродан. А самым малопродаваемым был «Дисгармония». После завершения условий договора с вышеозвученной фирмой я снова сам реализовывал свои релизы на кассетах и на аудиодисках. Часть тиража подарил своим друзьям как репрессии. Этот альбом был выпущен в 2017 году на Кульминс Рекордс. Вот он, что я показывал. И на Vibre Shekel Rec под каталожным номером выше R439. Это вот он. Вот она. У меня есть все мои авторские кассеты и диски с этих лейблов. Кое-что было в двух экземплярах. Оставил себе по одному. Остальные продал и поменялся с другими музыкантами на их релизы. Да. Сегодня представляю. Представлю допечатку под каталожным номер MR012. Вот она. Вот, то есть тут 99-й год, тут все написано. Просто я допечатал. У меня нет денег, чтобы, блин, по-новому все делать. Я просто сзади сделал эту самую, и все, задник. И все, и нормально. Вот, на двустороннем цветном принте 2020 года. Ограниченным тиражом 20 экземпляров по 50 гривен за кассету в связи с плохим материальным положением из-за кризиса. Ну и пока можешь выбрать себе какой-нибудь релиз на сайте моего друга. Вот, это Depressive Illusion Records. Ну вот. Так что, тут не все расположены. Я об этом альбоме еще не снимал ничего. Вот, решил снимать, потому что из-за всяких там на метал-архивах на мою страницу написали, что я фейк, типа меня никогда не было, ну, блин, ну, вот это меня возмутило, да. Ну и вообще надо себе снимать, потому что скромность это удел как-то, забыл это слово, в общем. Ну, в общем, следующий альбом. Переходим, да, это моя группа на Facebook, вступаю в нее. А вот следующим альбомом будет, а, ну да, я тут Master of Disharmony не рассказал, не будет, и
Да, Ценджер, это альбомы, которых у меня нету в наличии. Я их подарил Ольге Нимфоманке, короче. Так что у меня этих альбомов нет. Следующим альбомом будет мощный альбом 1666. Тут уже альбом, да, я вдохновлялся такими группами, как Morbid Angel, Carcass, Impetigo, Bolt Rover, блин, да, Decide. Вот. Следующий альбом, в следующее воскресенье я расскажу о своем альбоме 1666. Вот, да. Ну все, подписывайся на канал. Пока-пока.